Вот, вот в наши руки попал вот такой вот пистолет китайского производства, а точнее Тайвань. Вот видите, да? Калибр 6 мм. Вот маркировка его. Так, ну что первое бросается? Вес у него, конечно, такой есть. Недостаток первый. Затворная рама не ходит. Вот видно болты, что прикручено. Отверстие для выброса гильзы тоже, так сказать, условно, ее здесь нету. Так, обойма достается, в принципе, нормально. Сюда ставится баллон с газом. Сюда заряжаются пульки. Тоже недостаток, то что баллон закрутить, нужен шестигранник. Не всегда под рукой он есть. Так, ну и самый главный косяк данного пистолета ПМ китайского производства, то что он после 10 выстрелов перестал стрелять. Он сейчас стоит на предохранителе. Курок заводится. То же самое. А здесь вообще какая-то болванка непонятная. Так что, что мы вам посоветуем? Не берите китайские пистолеты. Ни ПМ, ни что-то другое. Берите или российские, там, или турецкие, или еще какие-либо. Согласен, коллега? Ну да, согласен. Вот это хозяин данного пистолета сказал, сейчас будет завтра менять его. Завтра будем его точно менять. Вот. Вот такое никогда не берите. Это производство Тайвань. Полный хлам. Хрен какой-то. Ну все, всем пока. Угу. Всего.